Ребята, представьте, только я зашел в лес, посмотрите. Белый грибочек Андрюша нашел в Карпатах первый раз в жизни. Я хочу сказать, это как рыбалка, посмотрите, какой маленький, как охота, тихо ходишь и собираешь. Собираем грибочки, точнее ищем их, где эти красавцы, где находятся. Не так, это просто. Чем я выше поднимаюсь вверх, тем лучше видно, но грибов вообще мало. Я вот думаю, я в горах никогда не собирал. Я так понимаю, что грибы все-таки базируются как-то ниже, наверное. И плюс, или в какой-то средней полосе, потому что что-то кверху иду и ноль. Какая красивая осень, теплая. Листьями, с грибами, солнышком. Как в лесу зеленом, где растут дубы, собирала на поляне девушка грибы. Набрала грибов и надо и домой идти, да тропинку где легко найти. Ребята, вот это просто глаз алмаз у Андрюхи. Счастливые люди. Вот я иду. И вот так вот вижу. Оп. Ребята, посмотрите, Карпаты, осень и боровичок. Сумочку кладем. Представляешь, ущерб? И тут же рядом Людочка нашла красавчика. И уже на выходе совсем сейчас на дорогу к нам. Смотрите, ребята. Оп. Посмотрите. Ну это просто песня вообще. Чуйка. Люда говорит, пошли. Я говорю, не, я еще должен найти, где-то тут еще должен быть. Сейчас мы посмотрим. Смотрите, какая красота, а? Карпаты, грибы, бомба. Смотрите, ребят, никуда не надо идти. Все вдоль дороги. Ну, не, я имею в виду, не так вот, прям вдоль асфальта, но все я же. Просто в шоке. Посмотрите, какая моя рука. Лай. Людка. Ребята, вот это я понимаю. Понимаешь, зачем куда-то ходить? Оно все тут, рядом, возле нас. Теперь есть одна проблема. Почти полная кастрюля вышла с одного гриба, а вот тут еще вот такие красавцы. И как это все? Вместе повторить? Я не понимаю. Уже я второй раз их провариваю. Так, теперь это дело все два раза споласкиваем и сейчас будем готовить, поджаривать. Так, лучок пожарили, сейчас будем грибы рассушиваем и обжариваем. Грибочки добавляем лучок. И потом будем есть сметанки, добавили перчика и будем это кушать. Всем приятного аппетита. Кто есть нам сюда дать?